Всем привет! С вами Лара Шум, коуч по актерскому мастерству, и сегодня это видео для всех актеров, вернее для тех из вас, кто мечтает стать актером. Я расскажу очень интересную историю о том, вернее не историю, а подводные камни, которые вас могут ожидать на пути становления себя как актера. Все актеры идут сниматься в кино для того, чтобы их увидели, их узнали, им написали и сказали: «Вау, я тебя здесь видел, ты такой клевый, ты такой классный». Мы все идем из-за этого. Но здесь, друзья мои, есть подводные камни, о которых я сегодня расскажу. Итак, первое. Если вы даже попадете в большое кино, то не факт, что вы увидите себя в нем. Борис Годунов. Дело в том, что однажды я снималась в сериале «Борис Годунов». Этот сериал уже давно вышел. Я решила, дай-ка я себя найду. Когда набираешь фильм «Годунов», актеры, то я там присутствую. Жена Вылузгина. И стоит моя фотография. На Кинопоиске также есть мое фото с указанием, что я снималась в этом кино. Я набралась смелости и решила все-таки посмотреть, проанализировать, как же я там выгляжу. А снималась я 23 февраля 2018 года, была зима, съемка была на улице, знаю, как это все выглядело, и на быстрой перемотке постаралась себя найти. Но не тут-то было, я себя не нашла. Пришлось мне пересмотреть все 8 серий. Итак, легла я как-то вечером, приготовила много вкусняшек и начала смотреть с 1 по 8 серию. Просмотрела весь сериал, и наконец-то в 8 серии я себя нашла, в самом конце, причем, ребята, я услышала свой голос и поняла, что нет моего лица. Лицо мое снимали, но в кадр мое лицо не вошло. То есть режиссер, скорее всего, предположил при монтаже, что жена Вылузгина не была заявлена во всех 8 сериях, для чего же ее ставить сейчас вот сюда. Поэтому в кадр я не попала. Печалька? Да, но такое бывает, и вы должны быть к этому готовы. Хорошо, хоть голос мой оставили. Ребят, и была также моя макушка, и мой страстный поцелуй. Я целовала своего мужа, который вернулся из острога. Подпишись на мой канал, ставь лайк и расскажи своим друзьям. Что касается голоса, теперь, ребят, чтобы вы тоже были готовы. Ералаш. Я снималась в Ералаше, серия «Ветрянка». Я играла уборщицу. Здесь мой типаж подошел, то есть я действительно там была уборщицей, меня сняли, есть крупные планы, и это замечательно, но мой голос, к сожалению, не подошел, и меня озвучила другая актриса. Тоже печалька, то есть я смотрю и вижу себя, а голос совершенно не мой, и такое может быть. Я приглашаю тебя на бесплатный вводный дистанционный урок по актерскому мастерству, который будет проходить в скайпе. Напиши мне 8-985-447-00-87 телеграм или ватсап, и мы с тобой договоримся о времени проведения урока. Сериал «Миленький ты мой». Бывает также следующее. Я снималась в кино «Миленький ты мой», играла фанатку, и там у меня был один очень хороший эпизод с главным героем. Мы с ним вдвоем разговаривали. Этот фильм еще не вышел, но я его озвучивала. Поэтому я знаю, что этот эпизод тоже, к сожалению, не вошел в сериал. Да, там есть у меня роль, да, меня там видно, меня там можно узнать, но вот, к сожалению, тот самый эпизод, который мне понравился, его просто при монтаже выкинули. Ребят, если вы хотите сниматься в кино, то знайте, что не факт, что ваше лицо или ваш голос будет в кадре. Будьте к этому готовы. Итак, если ты решил стать актером, то добро пожаловать ко мне на бесплатный вводный дистанционный урок, где я тебе расскажу еще много интересных моментов при съемке тебя в кино, в сериалах или в рекламе. А также мы создадим свой шоурил и видеовизитку.
С вами была Лара Шум, коуч по актерскому мастерству и актриса, которая снимается в кино. Пока-пока!